Преступление под градусом. В Челябинске нетрезвая компания молодых людей попыталась ограбить автомобилиста. Все произошло в Ленинском районе. Там трое парней решили напасть на мужчину, который спокойно сидел в своей машине. Они открыли дверь и вытащили его на улицу. Что я делаю? Я начинаю этого человека выталкивать из машины, сам выхожу и сбоку получаю удар. И начинается драка. То есть начинают меня двое избивать. В итоге мы здесь начали драться с ними, с двоими. Третий, видимо, сел в машину, и из машины пропали деньги, то есть для барсетки. Мимо проезжал патрульный экипаж ДПС. Сотрудники госавтоинспекции заметили потасовку и вмешались. Один из нападавших не сумел скрыться от правоохранителей. Инспекторы ДПС приняли меры и задержали молодого человека. Молодой человек оказался 1999 года рождения. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств происшествия. Оказалось, парень находился в состоянии алкогольного опьянения, но попытался оправдаться перед служителями закона. За что задержан? Я не в трезвом виде, просто неправильно себя вел, короче, вот, добропорядочный. А где там? Что делали? А что я делал? Я ничего не делал, просто шел. Куда? Туда-сюда. Откуда? Оттуда. С кем? С ними. С кем с ними? Ну, с ними. Их знаете? Нет. Позже задержали еще двоих подозреваемых в нападении на водителя. Сейчас они находятся под стражей.